Ребят, я всех приветствую. Приехал я с охоты. Сейчас ехал. И, короче, в лесу мне попадал куний след. И как в сторону речки. Я с Шумкой был. Короче, Шумку оставил дома. Взял Луну. Только она не хочет никак слазить. И, короче, куница пришла на речку. И вот, получается, я сейчас вот уехал наперед метров 500 от того, где последний раз видел след. И, в общем, обрезал. Следов вроде бы нет. Значит, она где-то там. Ну, столько пройти-то смысла нет, я думаю. Куда-то еще. Луна боится спускаться на лед, потому что тонкий лед, корка, которая была, типа половодье у нас было, вон, видите, сколько было, лед висит, хрустит, и она, походу, побаивается. Где-нибудь сейчас нужно будет ее еще снять. Вот, в общем, короче, резанул я след. Пока что следа нигде нет. Вот, я предположил изначально, что она где-то здесь. Ну, надеюсь, что так и есть. Вот. Сейчас вот речкой попробую пройду. Уж надеюсь, нигде меня водяной не заберет. Вот. Метет, ветрище страшное. И, короче, наохотить нам ничего не удалось. По лисе Мишка один расстрелял. А, лисий. Вроде бы, да? Да, лисий. И тут нет вроде перехода нигде. На круче. Нет, вроде нет. Значит, там должно быть где-то. Вот, короче. Лису одну Мишка стрелял. На собаке что, засидевшиеся? Вот он свежий убежал сейчас из-под меня. Собаки засидевшиеся. Ну, погоняли, наверное, часа полтора лесу они. Мишкина и моя была. И все. Занарилась лиса. Собака пришла. Короче, еле ноги принесла. Ну и, в общем, охоту мы закончили. Время уже третий час. Кстати, сейчас. Так, на минуточку. Так, вот не проморгал ли я здесь, где след? След вот пересекла она куница. Сейчас нужно будет ее искать. Придется сейчас дальше опять уходить, опять резать. Может, здесь где? Не знаю. Поищу, короче, сейчас пока. А то рука начала мерзнуть уже. Ну что, мужики, походу нашли. И опять одна другой чище. Тут одна. Вот, вообще вертолет. Видите, все исхожено. Сверху. Она, короче, прошла туда. Вернулась обратно своим следом. В общем, она прошла сначала вот. Ее след. Зашла, все разведала. Сходила туда. Возможно, не нашла, что ей нужно было. Вот она отсюда вышла. И вот она с этой же тропы пришла вот сюда. Вот, два следа. Запрыгнула вот на эту палку. И по палке поднялась наверх. И, скорее всего, она вот тут в этой расщелине. Там я шел насквозь, мне не было навстречу. Она... Я думаю, 100% здесь. Я шел по льду, а Уна у меня шла здесь. Она шла по следам. Я думал, она вообще уже хрен знает где. Я подхожу, она около этого дерева. Стоит около этого дерева и, в общем, короче, тусила здесь. Я сейчас еще небольшой кружочек дам. Но я уверен, что она здесь. Здесь истоптана, короче. Вот, натоптана. Вот.
все истоптано. И вот это вот доверху истоптано. Я думаю, она тут. Уна! Иди ко мне, доча. Да. И вот истоптано. Вот. И вот. Я думаю, она здесь. Уна, вот иди. Ищи, иди вот, Уна. Ну что, вот у нее заход есть туда вовнутрь. Пожалуйста. Так, ну, будем проверять каким-то образом. Ну да, куница здесь. Унку подсадил сейчас. Она понюхтела. А он что? Тут, дача, тут. Ну все, что, будем заниматься. Ребят, вижу ее. Вон она, короче, на самом верху. Блин. Вот тут где-то вот. Вон. Надо ружье поближе в руки взять. Вижу хвост ее. Короче, мужики. Вот остался пень. Рубил сверху. А тут вот вниз отрожена одна. Унка сюда лезет. Да не вижу, там нет такого. Она вон грызет туда. Попробую сейчас вот эту вот еще отпилю. Может, все-таки здесь она. Либо перебралась вниз. Потому что когда я ее сорнул, она вниз рыпнулась. Может быть, внизу. Уна не обманула. Вот она. Черная, видите? Я вижу. Что же еще ближе рубить? Хорошо, доченька моя, хорошо. Ну, пробуем. Ближе, значит, ближе. Так, ну все, мужики. Куниц вот. Уна, дай посмотреть. Уна. Уна, уйди, пока, стой. Уна, подожди. Подожди, дай. Вон мех видно, видите? Мех ее. Давай, Уныч, давай, давай. Или это морда, что это такое, не знаю. Так, ну все, ребят, выгоняем, а то сейчас темно будет совсем. Если уж убежит, мы ее не сможем поймать. Попробую поставлю. Стой, уйди, ноги убери. Отсюда, подожди. Иди его набери. Бери здесь, стой, подожди. Подожди. Бери. Иди, бери, бери. Вон. Иди. Бери. Бери. Бери, 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 бери. Бери. Давай, 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 давай.
Давай, давай, доча, давай. Давай, тащи ее. Тащи, тащи. Ага. Бери, доча! Не уйдет она далеко. Поймал лунку. Дави, малыша! Дави, дави, доча! Дави хорошо! Давай, 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 давай! Дави! Дави! Хорошая куница. Дави сама, я не буду трогать. Давай, давай, давай. К берегу не пускай ее, Луна. Все, поймал. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Кот крупный. Хороший.